С вами Катя, и вы на канале Aromatic Bubble. Сегодня я хотела устроить небольшой такой видеообзор силиконовых форм из группы «Хомяк, жабин и друг». Если кто не знает, это группа совместных закупок. Олечка, администратор этой группы, руководитель, организатор. Она проводит очень много совместных закупок. Всякий разный ассортимент можно приобрести в этой группе. Если кому интересно, вы можете зайти, ссылочку я оставлю в описании под этим видео. И совсем недавно в этой группе появился альбом с силиконовыми формами. То есть у Оли появилось производство силиконовых форм. Формочки изготавливаются на вакуумном оборудовании. Вот, и я, как такой любопытный человек, естественно, я сунула нос в этот альбом и заказала у Оли несколько форм. Заказала я в основном цветы. Там очень много изделий, естественно, этот альбом пополняется со временем. Вот, но я вот захотела себе, я сумасшедшая до роз, поэтому я себе заказала розу Мона 1, Мона 2 и Мона 3. Это получается 3 цветка одной формы, то есть одного типа, одного вида, для того, чтобы можно было очень быстро составлять букеты. Ну, что я вам могу сказать? Формочки очень приятные на ощупь. Силикон приятный. И что самое такое отличительное качество от этих форм, это обалденный аромат персика. Или персиковый смузи, или персиковый йогурт. Очень вкусно, если вы любите этот аромат, то я думаю, что и эти формы вы тоже полюбите. Внутри просто визуально, как вы видите, формы я еще даже не открывала, не заливала. То есть вот сейчас при вас я эти формочки открыла и смотрю, получается, вместе с вами в первый раз эти формы. Визуально, если осмотреть эту форму внутри, очень удобные разрезы, все хорошо должно проливаться, без всяких, как сейчас принято говорить, без танцев с бубнами. Вот, это мы сейчас обязательно с вами все формы попробуем залить. Как вы видите, каждой форме идут резиночки. Так, это у нас Мона 1. Дальше у нас Мона 2. Это такой же цветочек, только немножко другой вытянутой формы. И цветочек поменьше. Вот, как вы видите, все идеально. Во-первых, силикон не жирный, в руках его очень приятно держать. И я надеюсь, что и в работе с этими формами тоже мне, я получу удовольствие от работы. Так, это у нас Мона 2, Мона 3. Это получается, ну, как бутон, да, вот из этого набора. Здесь уже идет один разрез, но я думаю, что цветочек будет доставаться хорошо. Это мы сейчас все и проверим. Также у меня еще в заказе был ранункулюс малый. Смотрите, как он выглядит. Силикон относительно жесткий, хочу вам сказать, да, то есть это не мягкий, даже если вы будете перетягивать его резиночками, форма у вас не деформируется. Просто иногда, когда силикон слишком мягкий, и вы завязываете резиночку, сжимаете эту форму, у вас может, ну, как-то перекоситься эта форма, и, соответственно, цветок, когда вы его будете уже доставать, он будет некрасивый и некачественный. Вот, так что это у нас ранункулюс малый. И последняя форма на сегодня, которую я получила, это пион, бутон пиона. Я так до сих пор вам не показала формочки от Маши Изоновой, но вот в коллекцию к тем формам я у Оли заказала
бутон пиона. У меня есть бутоны всякие разные формы. Есть такие вот бомбошечка. Если кто видел, вот у меня, когда я составляю корзины и букеты пионов, там такие вот смешные, такие вот типа шариков бомбошечки. Вот. Ну, а это вот чуть побольше получается. Это вот все для коллекции, для букетов пионов. Так, пиончик и ранункулис мы пока отставим в сторону. И хочу сначала начать с роз. И как раз в сегодняшнем видео я, грубо говоря, убью двух зайцев. Очень многие из вас просили показать, как я делаю красивую, интересную заливку. Вот у меня есть такая форма розы под рукой. Как видите, вот как я ее заливала. Лепесточки розовые, серединка зеленая и здесь вот получается желтая. Эту розочку можно делать потемнее, можно посветлее. На стене в группе ВКонтакте у меня такие же розы были показаны с белой окантовкой по концам лепестков и сама роза зеленая. Сейчас, к сожалению, я не могу вам показать этого, заказ был отдан, поэтому вот. А это сейчас я готовлюсь к новой отдаче заказа и предложила заказчице вот такую новую заливку. И как раз на примере вот этой вот розы я вам сегодня хочу показать, как заливаются эти формы. Для того, чтобы добиться вот такого эффекта, я буду использовать два вида пигментов. Это сочный зеленый и камелия. Сочный зеленый – это неон, камелия – это пигмент ориса. Все это производство Швейцария. Все пигменты я приобретаю в группе «Мыломания». Отдушку я сегодня буду использовать «Цветочная свежесть». Универсальная одушка, тоже приобретала я ее в группе «Мыломания». Это производство «Россия». Универсальная одушка подходит под любые цветы. Под розы, под пионы, вообще под букеты какие-либо. И для того, чтобы добиться вот таких вот нежных оттенков, я буду использовать чисто белую основу. И как раз сюда уже буду добавлять все пигменты. Я пошла топить основу и с вами начнем заливать и смотреть эти формы. Так, для того, чтобы нам добиться такого красивого перехода, мы обязательно сбрызгиваем форму спиртом. Скрепляем резиночками. Основа, которую вы будете заливать, должна быть обязательно горячей. Причем оба слоя. Сначала мы заливаем розовый цвет. Это окантовка наших лепесточков. Как вы видите, заливаю я почти целиком. И прокручиваю по всей форме. Так, чтобы во все лепесточки этот цвет у нас затек. И теперь сливаем основу из этой формы, но так, чтобы не до конца, чтобы основа еще осталась в нашей форме. Прокрутим еще немножечко по форме и заливаем сюда зеленую основу. Хорошо простучим. Как вы видите, я хочу испытать эти формы, то есть я не прохожусь ни палочкой внутри, ни какие-либо манипуляции с формой, да, там с переворачиванием, я не делаю. Я хочу испытать эту форму именно на самое простое заливание основой, то есть насколько хорошо проливаются, да, вот наши цветочки. Так, отставим этот цветочек в сторону. Вот этот цветочек я хочу теперь залить, грубо говоря, основой в обратном порядке. То есть мы теперь
первый слой зальем салатовой, то есть у нас окантовочка лепестков будет салатовая, а сам цветочек будет розовый. То есть для этого мы берем теперь салатовую основу, наливаем по максимуму, хорошо все прокручиваем, выливаем не до конца обратно в стаканчик. Прокручиваем еще немножечко по форме и заливаем сюда розовую основу. И покажу вам еще один вариант. Так, это у нас получается бутончик. Мы точно так же сбрызгиваем спиртом. Хорошо выравниваем шов на форме. И смотрите теперь, что я делаю. Я наливаю основу, не прокручиваю ничего и сразу же наливаю салатовую. Ну, излишки у меня вышли. Можно простучать. И также отставляем в сторону. Для того, чтобы залить ранункулюс, я беру пипетку и беру вот такой вот темно-зеленый цвет. Сбрызгиваю форму спиртом. Серединка у ранункулюса, она такая, ну, как бесформенная, что ли. И я ее как раз сейчас залью зеленым цветом, не боясь, что моя основа затечет куда-то на другие лепесточки. Ну, вот так вот. И следующий слой я хочу залить вот такой розовый, который я использовала при заливке роз. Ну, на самом деле, в природе ранункулюсы бывают самого разного цвета. Но вот я хочу попробовать такую заливку, так чтобы после зеленого цвета шел розовый. Я не боюсь, что моя розовая основа потопит зеленый слой. Так, по крайней мере, все это будет более плавно, плавные такие переходы. И теперь мы будем сюда заливать уже основной слой. Хорошо сбрызгиваем форму спиртом. Основной цвет моего цветочка будет белый. То есть ранункулюс я хочу сделать белого цвета. И для того, чтобы мой вот этот вот слой не растопил серединку в цветочке, я основу буду наливать вот так вот, наклонив форму. То есть она получается заливается немножко в бок. Во-первых, так проливаются лучше всего лепестки. И во-вторых, таким образом вы никогда не растопите свою серединочку. Хорошо простукиваем форму. И доливаем основу до конца. Оставляем застывать. И возьмем нашу последнюю форму. Это у меня бутон пиона. С ним я не буду делать никаких мраморных заливок. Я просто хочу его залить розовым цветом. Оставляем формы застывать и чуть позже посмотрим, какие цветочки из этих форм получаются. Ну что ж, предлагаю доставать формы по ходу их заливки. Это у нас моно 1. Давайте посмотрим, как выглядит наша розочка. Вот так выглядит роза.
давайте сразу взвесим наше мыло. Вес мыла из формы моно 1 получается 48 грамм. Диаметр цветочка около 7 сантиметров. И высота цветка получается около 4 сантиметров. Вот это наша формочка моно 1. Давайте теперь достанем моно 2. Посмотрите, как достаются хорошо, легко. Единственное, на форме есть два пузыря. Вот, видите, образовались. Это дело поправимое. Их можно найти здесь в форме и обстричь. Или ножницами, или пинцетом выщипать. Но это я потом уже не на камере сделаю. Ну, а так вот выглядит наша розочка. Аккуратно обрезаем попку и давайте ее точно так же взвесим. Вес получается 49 грамм. Диаметр цветочка, ну, чуть больше 6 сантиметров. И высота цветка получается чуть больше 4 сантиметров. То есть вот как раз такие букетные варианты розочек. Так, наша моно 3. Один разрез и посмотрим, как это дело с одним разрезом вытаскивается. Ну вот, обратите внимание, все вытаскивается хорошо. Все лепесточки проливаются идеально. И вот так выглядит наша заливка без, получается, без мраморной, вот этого, без мраморного ополаскивания. Мы просто залили сюда розовый цвет и вслед за ним заливали зеленый. Так, давайте посмотрим по весу. Вес розочки получается 30 грамм. Диаметр цветка около 4 сантиметров. И высота бутона получается 4,5 сантиметра. И вот такой вот у нас комплект для букета. Я считаю, очень удачный. Ну вот смотрите, выбирать вам самим, какой лучше цветочек. Ну вот мне на самом деле моно 2 очень понравился и моно 3. Вот моно 1, он такой вот более широкий. Ну вот, в общем-то, выбирать вам. Так, дальше у нас получается ранункулюс. Посмотрите, какой красавчик. Букетный вариант для вставок в различные пустоты. Заливать можно, как я, можно вообще в один цвет, да, чтобы не мучиться. Вот, формочка идеальная. И мыло тоже. Посмотрите, тонюсенькие лепесточки, все проливается. Но здесь вот тоже есть маленький пузырик на форме. И поэтому образуется вот такая вот бяка. Но это все очень легко, от этого можно избавиться, так что вы не переживайте. Главное, это место только найти нужно. И я обычно, там получается такой выступ на форме, и я это просто пинцетом отщипываю, и ничего потом в дальнейшем в работе не остается. А здесь можно просто вот так вот убрать ножичком. И, как видите, ничего не видно. Так, вес нашего цветочка получается 28, ну, почти 28,5 грамм. Диаметр цветка получается чуть больше 4 сантиметров. И высота почти 3,5 сантиметра. Это ранункулюс малый. Вот, смотрите, как он смотрится.
Так, и теперь у нас бутон пиона остался. Достается идеально. Посмотрите, проливается. Я на самом деле в восторге от этих форм, как они проливаются. Ведь я же их не простукивала, не переворачивала, ничего с ними не делала. Я просто заливала основу формы. Посмотрите, как хорошо проливаются лепесточки. Нигде никаких изъянов нету. Вообще, вот, конечно, бутон пиона мне очень понравился. Я довольна этим приобретением. Вес бутончика получается около 28 грамм. Диаметр его около 4 сантиметров. И высота получается 3,5 сантиметра. Вот такой вот нежный полураспустившийся бутон. Его можно заливать мраморной заливкой. У вас будут тогда кончики лепесточков такие вот беленькие, нежные. Вот. Это мое приобретение в группе «Хомяк, жабе, не друг». Предлагаю заглянуть туда, посмотреть, какие еще есть у Оли цветочки. Производство форм молодое, но ассортимент растет, и я надеюсь, что ребята будут радовать нас и дальше этими формами. На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно будет вам полезным. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем отличного настроения и пока.